Итак, друзья, сегодня мы будем говорить про книгу «Инфодайинг знания» и разнесем науку, разнесем вдребезги. Не так давно слушала одного ученого, именитого, не буду называть фамилию, и он сказал, что если бы наука знала, что такое сознание, то, наверное, бы все перевернулось бы в науке, и все было бы иначе. Но наука сегодня не может дать определение слову «сознание». Не понимают, что такое сознание человека, то есть пытаются с разных сторон зайти, но никак не получается. И вы знаете, я для примера приведу, что говорит Википедия и что говорит инфодайвинг. У вас будет возможность сравнить, насколько глубинны те или иные определения, и мы шагнем потом дальше. Сознание – представление субъекта о мире, о своем месте в нем, связано со способностью дать отчет о своем внутреннем психическом опыте и необходимой для разумной организации совместной деятельности. Это определение из Википедии. То есть это представление субъекта для того, чтобы дать отчет о своем внутреннем психическом опыте. И это представление необходимо для разумной организации совместной деятельности. Вы только вдумайтесь. То есть ты должен быть удобен коллективному, и у тебя должно быть представление. И вот это называется сознанием. Подождите, а если это тело рухнуло в лесу, там нет коллективного, и у этого сознания нету представления об этом лесе. Ну, вот оно дебильно по своей природе, да, оказалось, там из пустыни вышло. Или наоборот, в пустыню попало. Но нету представления. Тогда что же такое сознание? То есть вот это набор каких-то удобностей для коллективного. И это называется сознанием в науке. Есть другое. Сознание является формой психической активности, элементом высшей нервной деятельности, основа которой – головной мозг. Так, сознание мы уже выпихнули в головной мозг. А сознание есть в каждой клеточке нашего тела. Подождите. Механизм сознания сформировался в результате эволюции человека. Физиология этого механизма до конца не выявлена. В науке так и есть. И дальше. Все, что мы начинаем про сознание читать из научной терминологии, вот из научных более-менее или около научных источников, все размыто и туманно. Так вот, когда мы как инфодайверы заходим и берем информацию в психике, то сознание имеет достаточно четкое определение. Сознание, образующее игру субстанция, она прозрачна, ее можно чувствовать, ее можно даже осознавать в процессе погружения в психику. Именно субстанция, образующая игру субстанция, которая проявляется как состояние, в котором человеку одновременно доступен к осознанию и проявлению он сам, его внутренний и внешний мир. Четко? Такого определения нет в науке, но это на сегодняшний день самое правильное и точное определение. И дальше, если мы начнем углубляться и исследовать сознание, то мы выйдем к субъективному миру человека, к субъективному восприятию. И дальше мы выйдем к двум разновидностям сознания. Это чистая прозрачность и темная прозрачность. Чистое сознание – субстанция, которую невозможно увидеть, услышать, прочувствовать, но она есть всюду. Она образует все, она содержит всю информацию об игре человека, его внутреннем и внешнем мире, игровое поле. И так далее. Все термины, которые мы давали и находили в психике, заметьте, эти все определения не придуманы нами из головы. Они взяты из психики как готовые, как звучащие, как знания, которые есть в каждом человеке. Потому что у нас у всех одно «я». В каждом. Другой момент, что человек, который выносит ответственность за свою жизнь на объективное, и у него вместо его субъективной реальности, которую он создает и за которую отвечает, есть некая объективная реальность, которая существует вне его и вне его знаний об этой реальности, как учил марксизм-ленинизм, создавая коллективное. Когда человек создает объективную реальность, он
не несет ответственность за свою жизнь. И он разворачивается спиной к своему внутреннему миру. И он не чувствует себя и не осознает себя. Он предает себя и таким образом разворачивает в игру «я» и «не я» предали друг друга и играют в эту игру. Игру типа «это не я создал этот мир», «это не я отвечаю за него», «это не я». И тогда можно вынести Бога и поставить между Богом и собой посредника в виде религии. И можно манипулировать толпами безответственных людей. Ничего хорошего это не дает. Но тогда и знания будут потеряны. У человека перекрыты знания, которые у него внутри. И кто их перекрыл? Сам человек своей безответственностью. Пока у него есть авторитеты, пока у него есть вынос ответственности, знаний в нем нет. Когда он становится авторитетом сам для себя, у него открывается дорога во внутренний мир. И это не один, и не два, и не три дня пути. Это и не одна жизнь пути в себя. Но когда человек двигается в себя, ему становятся все более и более доступны психические способности и те миры, которые он способен создавать своей психикой. И те знания, которые есть и которые сокрыты в нем самом. И тогда вот эти определения и все, что мы вот доставали и систематизировали в книге «Инфодайинг знаний», она не просто так золотая. Здесь полностью разрисована психика. Здесь у каждой части психики есть свое определение, свое место, своя функция. Мы описали психику человека как единый рабочий механизм. По сути дела, человек напоминает компьютер, и у него есть и процессор, и все, что присуще нормальному компьютеру, и память, и так далее. И это все описано в книге «Инфодайинг знания». И знаете, когда мы сталкивались с научными подходами, и нас очень часто говорили, вы несете ненаучную пургу. Ребят, мы даже определили в этой книге место науки. В некоторых местах мы поспорили с наукой и показали, что в науке тоже очень много чуши. Но давайте поговорим о месте науки в том же самом объективном восприятии. Религия, которая очень сильно претендовала на внутренний мир человека, на захват внутреннего мира человека, вдруг ни с того ни с сего разрешила развиваться науке. Ведь это было тогда, когда сжигали людей на кострах. Из чего бы это они такие добрые вдруг решили делегировать часть своих полномочий на некую науку? А на самом деле очень даже красивая игра, когда человеку разрешено констатировать то, что он видит вне себя. Ведь он же при этом не осознает, что он это вне создает сам. Не осознает. И ему не надо об этом говорить. Но зато он будет это изначально исследовать, как будто не он создал. В принципе, точно так же религия вынесла Бога из человека. Или человек вынес Бога из себя сам и поставил между собой и Богом посредника, религию. Точно так же этот посредник сказал: «Да классно! Между объективным миром и человеком мы поставим науку». Ребята, какая разница между наукой и религией? Кто из них Бог, кто из них дьявол? Одно и то же. Потому что человека все равно нету дома. Потому что все равно ответственность вынесена на какой-то внешний мир. И вы знаете, когда мы начинаем рассматривать, например, труды известных людей в психике, вот сейчас я немножко поговорю о труде Бехтерева. Внушение и его роль в общественной жизни. Вот в книге «Инфодайинг знания» мы зацепились за внушение. И что же это такое? Наука говорит: внушение, сугестия, психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок, представляет собой особо сформированный словесный, иногда эмоциональные конструкции, часто также используемые, также называемые внушением. Это в Википедии. Внушение служит важным фактором нашей общественной жизни и должно быть предметом изучения не одних только врачей, но и всех вообще лиц, изучающих условия общественной жизни. Бехтерев, внушение и его роль в общественной жизни. Помните,
у нас есть книга «Счастье и роль его отсутствия в общественной жизни». Правильно-правильно. Мы смотрели на то, как и что пишет Бехтерев, изучали его труды и все-таки пришли к тому, что необходимо говорить о счастье в определенном промежутке времени и на определенных фазах погружения в психику. Так вот, здесь Бехтерев говорил о внушении. И знаете что? Когда мы углублялись в психику, внушение и механизма внушения, о котором говорят психиатры и психологи, мы не нашли. Нету механизма внушения в психике человека. Это обман. Глубочайший обман. А знаете, что мы нашли вместо этого? Ведь это же как-то работает. Это работает, внушение работает только при том условии, что объективная реальность существует вне сознания человека. И тогда она типа воздействует на сознание человека. Но первичен мир внутренний человека. Человек создает объективную реальность, свою реальность. И если мы видим, что это так, то правильнее взять не из отражения в зеркале, а от самого персонажа, который будет отражаться в зеркале. Так вот, если смотреть с позиции самого персонажа, то есть запрос на проживание опыта. Запрос первичен. Запрос. И когда человек запрашивает, чтобы с ним поступили таким-то образом, чтобы его убедили в том-то и том-то, у него идет запрос на проживание опыта. И только при этом будет работать суггестия. Только при этом будет работать внушение. Именно это объясняет, почему есть люди внушаемые, а есть невнушаемые. И психология говорит, и психотерапия. Травматики внушаемые, травматики сомнамбулы. Правильно, у травматика есть некомпенсированный запрос на проживание опыта, потому что у него была травма, которую он скрыл и не осознал. И пока он ее не осознал, он фонит. Дай мне еще по этой травме, дай еще по этой травме, дай, дай, дай. И в итоге зеркало ему отражает. Но найдите ему тому, кто внушит, кто даст ему боль, через которую он осознает и эту травму в том числе, чтобы завершить весь опыт сразу. Потому что он напаковал рюкзак, а осознать никак не может, тупит. Представляете? То есть вот этот первичный запрос, который идет как сос в психике, именно он делает человека внушаемым. А этот запрос идет тогда, когда внушаемым в зеркале объективной реальности. Понимаете, первичен-то сам человек. А этот запрос идет когда? Когда человек не осознается. А когда человек не осознается, когда у него нет осознаний, когда он включен в чужую игру и когда он выносит ответственность в чужую игру. И неважно, как он вынесет ответственность. Он вынесет ее на третьих лиц, создав авторитет. А Бехтерев – важный авторитет. Он вынесет ответственность, создав каких-то научных деятелей. Сейчас доходит до смешного. Какую-то утку вкидывают. И эту утку сразу. Ой, там это профессор Калифорнийского университета Пол Смит. И вот он сказал... Все, по этой схеме уже люди... Ах, да, Пол Смит сказал. Кто такой Пол Смит? Хрен в лодке. Никто не смотрит на это. Важно, чтобы были регалии, и это было от науки. А для людей религиозных точно так же. Найдены мощи святой Девы Марии или Девы Евдокии, которая будет исцелять. Она же уже признана святой. Все. И кусочки трупа будут работать как внушение, потому что человек подал запрос. Ну, слушай, ну не смешно тебе выносить ответственность на кусочки трупа за свою жизнь? И вы знаете, это безумие. Это безумие нашего общества, которое сегодня есть. И когда вот эти все вещи осознаешь, доходит, а может, имеет смысл почитать толковые книги? Вот книга «Инфодайинг знания». Все описано подробно. Здесь конкретно идет в разнос наука. Правда, после религии. Религия была в коллективном бессознательном. Потому что массами правит религия. Мы к коллективному бессознательному еще вернемся. И здесь же мы впервые дали определение, что такое психика человека. Психика человека не просто психос, душа. И все. И никто не может сказать, что такое психика человека.
В науке этого тоже нету, между прочим, как и сознание. Психика человека индивидуальна и субъективна. Она образует внутренний мир человека, разворачивает иллюзию внешнего мира по принципам виртуальной реальности. И мы здесь тоже даем ее определение. Я не буду все проговаривать на камеру. Захотите, почитайте сами. Книга «Инфодайинг знаний» офигенная, научная, сильная, со всеми определениями. Все определения собраны в конце книги. Все определения даются в конце книги. Здесь же еще есть и обратная связь, письма от людей, с которыми мы работали на консультациях. Те, у которых коренным образом изменилась жизнь. Замечу, те, кто начал читать наши книги, уже для себя отмечал, если в начале, для первых книгах у нас там до 100 страниц занимали только обратная связь и отзывы людей, но отзывами это назвать нельзя, люди писали от души, как изменилась их жизнь, то чем дальше у нас количество страниц становилось меньше и меньше и меньше, потому что уже эти письма, они не влазили ни в ресурсы в интернете, ни на сайтах, сайт PubBuy, туда уже все это не лезло. Слишком много. Люди писали сами в соцсетях, везде. Можете найти. А реальные письма в этой книге еще присутствуют. Потому что, когда мы уже перешли к парадоксальному восприятию, мы уже даже не писали обратную связь. Это не имело смысла. Ее слишком много. Потому что те вещи, о которых мы пишем и говорим через призму инфодайинга, а это через призму искренности и открытости, самого с собой, когда мы осознаем единство «я», и когда мы не можем причинить боль и вред другому человеку, потому что это «я». Когда мы действительно чисты, тогда у нас есть доступ к знаниям. У всех людей есть доступ к знаниям. И мы предлагаем пройти вам этот путь для того, чтобы вернуться к себе настоящему, искреннему и открытому. По сути дела, для того, чтобы вернуться к любви, потому что человек – это и есть любовь. Та любовь, которую немногие знают и умеют чувствовать, а уж тем более дарить другим людям.